Трагическая смерть Бориса Моисеева стала следствием еще одного печального события. Поминки Бориса Михайловича, которые прошли сегодня в московском ресторане «Летучая мышь», уже назвали самым громким скандалом 2022 года. И это не случайно, ведь на прощании с Борисом Моисеевым погибли и были ранены известные публичные личности российского шоу-бизнеса. Всему причина завещания и авторские права, которые Борис Михайлович за несколько дней до смерти переписал на чужих людей. На данный момент к ресторану «Летучая мышь» подъезжают машины полиции и скорой помощи, а мы лишь констатируем печальные факты. Ранения разной тяжести получили российские музыканты, которые присутствовали на поминках: Кай Метов, Александр Маршал и Николай Трубач. Погибло два музыканта из группы «Кармен» и танцевального ансамбля «Рецитал» – Сергей Лесник и Александр Поздняков. Да и для других артистов, которые присутствовали на поминках, композитора Игоря Крутого и Виктора Дробыша, все закончилось весьма печально. Центральные СМИ сообщили подробности шокирующего события. На похоронах Бориса Михайловича Моисеева, которые прошли сегодня на Троекуровском кладбище столицы, присутствовало несколько десятков известных личностей шоу-бизнеса. Сергей Пенкин, Барри Алибасов, музыканты группы «Нана», Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Николай Трубач и многие другие. Алла Борисовна Пугачева оказала материальную помощь, но не присутствовала на похоронах. Прощание с артистом прошло без эксцессов, однако настоящая трагедия разыгралась на поминках Бориса Моисеева. Преступники, которыми оказались так называемые «черные риэлторы», которые охотились за недвижимостью Бориса Моисеева, ворвались в ресторан «Летучая мышь» и устроили настоящий беспредел. По данным полиции, основной целью преступников был музыкальный директор артиста Сергей Горох, у которого находилось завещание и авторские права Бориса Моисеева. Однако по нелепой случайности Сергей Горох приехал на поминки с опозданием и поэтому остался жив. Однако под раздачу в кавычках попали абсолютно невинные люди, которые пришли на поминки, чтобы почтить память Бориса Моисеева. Помимо ниже упомянутых артистов, серьезные ранения и телесные повреждения получили Игорь Крутой и Виктор Дробыш. Игорь Яковлевич был настолько плох, что его пришлось доставить в институт Склифосовского. Напомним, что Борис Моисеев ушел из жизни в результате инсульта и черепно-мозговой травмы, которую нанесли ему домработница Елизавета и сосед Николай. Причина трагедии – это завещание Бориса Моисеева, которое включало в себя недвижимость артиста и крупную сумму в иностранной валюте. Полиция считает, что преступники, организовавшие нападение на ресторан «Летучая мышь», напрямую связаны с убийцами Бориса Михайловича. По факту нападения на ресторан возбуждено уголовное дело, часть преступников была задержана.